Марсик, иди сюда. Иди. Иди быстрее. Расскажи. Нет, ты не так, Марсик. Не так. Не так. А, ну тебе. Иди сюда. Быстрее. Марсик. Марсик. Ты же там стоишь. Иди. Не запрыгай. Сюда. Сюда, давай. Давай, поднимайся. Марсик. Марсюха. Ну, становись. Рассказывай, где ты был? А то говорят, покажите Марсика, где он. Вот он, Марсик. Марсюнчик, иди сюда, становись. Лапки. Становись. Ну, рассказывай. Марсюнчик. Марсик. Какой сентиментальный. Не сентиментальный, вот. Он серьезный такой Марсик. Он не любит, когда с ним тут этот расшисюкивает. Марсик, Марсик, Марсюнчик, Марсюшечка, душечка. Иди, я тебя поглажу, иди. Иди, головку чугунную. Марсюнчик, ну быстрей. Ну. Ну, Марсик. Не любит он телячку. Ну что, так и будем лежать, да? Задом. Пойду сейчас Мирочку гладить буду. Все. Пойду. Мирка, Мирочка. Что, заревновал? Буду гладить вот так Мирочку. А Марсюнчика, не хочешь со мной разговаривать? Марсюна, иди. Как ты песенки поешь? Иди, давай. Иди сюда. Ну, давай. Нет, ты песенки пой. Марсик, Марсик. Марсюшка, да не хрюкай. Иди. Вот сюда. Марсик. 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 Я тебя глажу. Видишь, бесконтактно. Марсюнчик. Ну, спой песенку. Марсик. Марсюнчик. Ну. Ты же в гости пришел. Давай хоть что-нибудь спой. Ну что, ты так и будешь лежать? Иди сюда. Иди быстрее. Марсик. Давай. Запрыгивай. Ну. Нет. Телячьей нежности не для Марсика. Когда был маленький, такой ласковый был. А сейчас в начальника превратился, забурел. Все, пойду мне Руньку гладить. Ну, раз ты не хочешь, чтобы я тебя погладил, не хочешь мне песенку спеть? И сразу на кухню. Если меня зовет, видите? Я же вижу. Что ты намекаешь? Марсюнчик, на что ты намекаешь? Ты намекаешь на то, чтобы я тебе дал какую-нибудь вкусняшку. Ну, вон, круги пишешь какие. Какую-нибудь печенюшку тебе, чтоб я дал. Ты на это намекаешь, а? Марсюня? Ты смотри на меня. Чего ты отворачиваешься? Ну что? Ну говори. Так и скажи. Дай мне какую-нибудь вкусняшку. А он подходит все ближе и ближе к холодильнику. Ну, вот давай. Как скажешь, я тебе сразу же дам вкусняшку. Скажи. Дай мне вкусняшку. Ну? Не надо молчать. Молчанием ты ничего не добьешься. Все, я пойду. Пойду, а ты оставайся. Оставайся. Ну, хоть что-то скажи. Ну, ну. Ну, что ты? Я не понимаю этого. Какие-то круги. Говори, как есть. Все. Говори.
Ну? Ну, открой рот и скажи. Вкусняшку. Вкусняшку. Ху. Вкусняшку. Ты пока ничего. Я должен догадываться, да? А я вот недогадливый такой, все. Нет, нет у меня никаких ни пирожков тут не лежит с капустой. У меня нету, у меня тут ни булочек. Нет у меня тут ни печенюшек. Нету ничего у меня. Все это для того, кто может сказать. Вот кто-нибудь может сказать? И ты. Что, только смотреть можешь? А словами так скажи. Дай, дай, дай. Дай, дай, дай. Ну, дай, дай. Вот сказал бы уже, давно получил бы. У тебя получается, что молчание дороже слов, да? На. А съел-то неправильно. Шоколадом вниз. Марсик. Печенюшка-то, она шоколадная, а ты ее вниз. Неправильно ты. Надо под язык было положить, чтобы она рассосалась. Ну, ты, Марсик, Марсик, сколько живешь, так и не научился есть печенюшки.